Привет все мои дорогие подписчики, особенно самые любимые, которые эксклюзивный привет. Это Нати, Софи Марко. Извиняюсь, если так назвал чуть-чуть так. Света Химера. Хочешь оказаться в ихнем списке? Будь активен, пиши комменты. Сегодня я вам сделаю обзор на книгу Купчин Режа Александр Балу Балунов Король и Шут между Купчино и Ржевск. Ржевкой. Блин, я читать не могу. Легенда русского рока, издание содержит нецензурную лексику. Поехали. Я, кстати, Натя, брат ее не читал. Но я же не могу так. Как есть такие люди, которые так вот так руку пожалеют и программировали свой мозг. Так, Король и Шут. Кстати, уважаю я Горшка с Короля и Шута. Начало, 98-й год. Подписание музыки. Это вообще прикольно. Вон. Комикс. Это по-любому этот. Какого князь, потому что князь художник. Ну, прикольно, она так не книга, вон комикс, это она, видать, про армию. Армия. Да. Знаете, кстати, короче, тут есть картинки, можешь это. Ну да, ты такое не. Блин, вспомнил, Натя, вспомнил. Вот так. Вот. Картинка. Так. Чё, баби? Туда можно прилаживать это, и то смотреть их видео. Как оно называется, штрих-коды или как его? Что тут еще есть такое? Вон. Горшочек. Выступает. Это что-то еще. Типа комикса. Нормально. Валеты дамы. А, кстати, короче, тут, видать, клипы или с концерта. Просто тут написано вот валеты дама. Что кода или как его наводишь. И он по-любому появляется на экране. Планшетки или нет? На чем-то оно появилось. Интересно, если компьютер так проверяет. Блин. Хочу быть позитивным. На. Вот так вот. Вот он. Машка. А, кстати, короче, их всех видел, когда они приезжали к нам на ДВДКМ. Город Находка, да, я свою держу. А что бояться, бог же знает, держу. Так, это, как у Дукатри, что мне скажу. Вот, кстати, короче, Машку я видел. Она в туалете умывается, думаю, такой закажу, такой чик, не помню, она что, ноги покрасила, на самом деле у нее были носки. А этот, стою с князем, короче, общаюсь. Ой, не с князем, с горшком, там, брат, стоит горшок, и там еще, по-моему, и тут две только бабах, туалет открывает, и горшок, ой, и князь такой уходит, тримензу такой чик, не помню. Блин, жалко не было у меня этого. С собой фотик, это бы их. И было бы у меня много фотографий. И жалко, что это не был видеоблогером. То есть это я не знал, что такое видеоблогер. И не купил я пленку. Там был пленочный фотоаппарат. Так. Кстати, мне его кетчуп сломал. Так. Хой. Секс. Это выступление. Тра-ля-ля-ля-ля. Вот ближе. Извиняюсь, если там слышно, что там соседи, но там соседи что-то делают, я не знаю, может они выливаются или фиг его знает. Что они там, что-то они там надо делать. Так, вот это. Вот. Поближе вам. Курсор не нравится. Так. Слава Украине, слава! Ой, да, вместо за это. А, ну что, если я
люблю кое-кого с Украины. А кого? А ну сама знает. Ля-л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 я
Я. Так, это Сан-Франциско. Да, с женой. Вот где-то же там живет Сан-Франциско или где. За столом сидели, мужики ели, мясом конюх угощал своей дры. Ярославный был ужин, занавесе был, о жене своей все время говорил. Я узнал недавно, всем кому как странно, хриплым голосом проговорю, наше радио. Ну все на этом. Извиняюсь, может, я что-то не так сделал, не такой, не так обзор, но перестотерз. Ладненько, подписывайтесь, жмите лайки, комментируйте. Всего вам хорошего, больше вам любви, больше позитива. И главное, любите природу. С вами был успешный Сережа. Пока.